Национальная служба новостей. Новости не знают границ. Национальная служба новостей. Добрый день, дорогие зрители, коллеги-журналисты. Мы рады приветствовать вас на площадке информационного агентства Национальной службы новостей. И сегодня у нас состоится пресс-конференция на тему «Дедоларизация. Каким будет новый мир денег?». Я с удовольствием представляю участников нашего эфира. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Михаил, добрый день. Добрый день. Труда и социальной политики РАН ХИКС Сергей Калашников. Добрый день. Добрый день. Экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Совета директоров ряда российских компаний Евгений Змиев. Добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, Михаил Геннадьевич, давайте мы эфир начнем с вас. Сегодня все чаще заявляют о том, что единственным выходом из сложившейся кризисной ситуации должна стать глобальная дедоларизация. Об этом говорят и в Госдуме, об этом говорят многие политики, и даже за рубежом многие политические деятели это подтверждают. Вот хотелось бы узнать, отказ от доллара на сегодня – это реальность, и как это могло бы происходить? Ну, вы знаете, в нашей стране желательности замена доллара хотя бы в расчетах, говорят, 2006 года, но реальные действия в этой сфере предпринимают наши противники в отношении нас. Если бы не были предприняты известные западные действия, то я боюсь, что деларизация осталась бы только на уровне договора. Так что это не столько наши действия на сегодняшний день, сколько это объективная тенденция, связанная с распадом мировых рынков. Глобальные мировые рынки распадаются, в силу перехода мира в глобальную депрессию, соответственно, мир распадается на разного рода валютные зоны. И поскольку очевидно, что никаких усилий для создания рублевой зоны, в которой рубль будет иметь положение рубля, не предпринимаются со стороны России, ни на уровне финансовой политики, ни на уровне общеэкономической политики, мы уже сейчас довольно быстро идем в юаневую зону и страшно этим правда. Вместе с тем, о дедоларизации настоящей можно говорить не тогда, когда доля доллара в расчетах снизится до какого-то уровня, а тогда, когда мы перестанем котировать значимые для нас товары, это сырье, в доллар. Потому что сегодня мы можем продавать сырье хоть за монгольские тугрики, мы можем покупать необходимые нам товары с высокой добавленной стоимостью хоть за израильские шекели, но все цены все равно пересчитываются в доллары. Это один уровень. То есть в перспективе, да, конечно, будут валютные зоны, но, так сказать, да, в Китае работает Шанхай биржа, которая котирует нефть в юанях, но в реальности пока все пока пересчитывается в доллары. Так что до качественной долларизации еще очень и очень далеко. Во-вторых, проблема заключается в том, что в принципе снижается доля в условиях кризиса. Простите, что? В принципе, снижается доверие к обычным традиционным валютам, и поэтому все чаще для неформальных, неконтролируемых государством расчетов будут использоваться криптовалюты. Это не средство сбережения, это крайне опасный спекулятивный инструмент, но он вошел в жизнь, и его значимость будет расширяться вместе с расширением более нелегального сектора мировой глобальной экономики. Это второе. И третье, в целом, рыночные отношения разрушаются, рыночные отношения покупают место чаще прямого распределения, это движение довольно серьезное. Так что в целом роль денег будет продолжаться, и они будут уступать ключевую позицию технологии. Три основных аспекта. Спасибо. Большое, мы еще продолжим. Сергей Вячеславович, вопрос вам. Вот каким последствиям может привести вот эта дедоларизация, и готовы ли мы к ней сегодня? И помимо нас, какие-то другие государства готовы также отказаться от торговли в долларах, а перейти на свои национальные валюты? Ну, по поводу нас. Угу. Как Михаил правильно сказал, у нас давно уже доллар исключен из оборота. Мы ничем официально ни в рубле, ни в долларах рассчитываться не можем. Это запрещено законом. Поэтому никакой связи здесь я не вижу. Это первое. Второе.
А можем ли мы отказаться от доллара во внешнеэкономической торговле? Не можем. По одной простой причине, что это на сегодняшний день универсальная валюта, которая так или иначе нормирует все остальные валюты. Мы можем торговать в любой свободно конвертируемой валюте, но особенно в валюте, конечно, не в юане, она не свободно конвертируемая, а в валюте, допустим, стран залива, они свободно конвертируемые, но они все равно все привязаны к доллару. Поэтому, если говорить о России, то я не думаю, что какие-то изменения могут произойти, кроме одного. Можно предположить, что увеличение дороговизны параллельного импорта приведет к тому, что станет проблема нехватки долларов. Снижение долларовых поступлений за счет санкций и нехватка долларов для параллельного импорта, который требует все больше и больше, и в общем-то такого серого оборота, может привести к тому, что все больше и больше во внешнеэкономических операциях будут использоваться другие валюты. Еще один очень важный момент, что мировая тенденция освободиться от диктата доллара, она существует, конечно, в развитых странах. Вот, например, как Китай, Америка не нагибает, чтобы они ввели плавающий курс юаня, а Китай не нагибается. У них декларативные курсы, все. А многие нагибаются. Понятно, что такие страны могут перейти и уже переходят, есть данные, к клиринговым валютам. То есть условный переводной рубль. Но клиринговая валюта не может быть универсальной. Вот СЭФ, СЭФовский рубль, он был универсальным просто за счет госплана и взаимного оборота товаров. Что такое клиринговая валюта? Это, по сути дела, фиксация бартера. Сколько мы вам завезли, настолько мы вам продали, а чтобы не морочить соотношение носков и нефти, то мы это все пересчитываем в клиринговую валюту. То есть это двухсторонние отношения, которые не могут стать, например, валютой БРИКСа, валютой ШОС и так далее. Она может быть двухсторонняя. Там, где объемы сопоставимы. Но если объемы не сопоставимы, то опять-таки возникают определенные диспропорции. Ну а теперь вообще о судьбе доллара. Конечно же, та рентгеновская система, которая сложилась, она терпит крах. Она терпит крах не потому, что существуют какие-то политические условия. Она терпит крах, потому что меняется характер экономики. Переход от вещественной экономики, энергетической экономики к информационной экономике, формирование шестого уклада, четвертого, техническая революция, приводит к тому, что появляются возможности, не обязанности, а возможности, которые раньше и не снились. Вот была упомянута криптовалюта. Ну, наверное, мало кто знает, что еще лет 5 назад Федеральная резервная система объединила 5 международных крупнейших банков для производства своей криптовалюты. Она до сих пор не выброшена на рынок. Но она существует. То есть Федеральная резервная система готовится к переходу на крипту. Очень неоднозначность законодательства по обращению криптовалюты, оно не спасет, скажем так, оно, скажем так, не остановит цивилизационное движение. Оно все равно рано или поздно к этому придет. Понятно, что криптовалюта изменит всю систему финансовых взаимоотношений. Поэтому да, доллар умрет, умрет далеко не завтра, а для России это все как до лампочки. Спасибо большое, Евгений Евгеньевич. Также вам слово. Как вы считаете, насколько это реально сегодня отказаться от доллара? Общий вопрос. И какая валюта, если все-таки доллар уйдет с рынка, станет сегодня главенствующей? Ну не сегодня, но в ближайшем будущем. Ну, давайте языком экономики, языком цифр разберемся, почему доллар является доминирующей валютой. Всего лишь несколько признаков. Первое. А доминирующей он является давно. Вот давайте статистика. В начале 2000-х доля мировых резервов в долларах составляла 72%, в начале 2023 года 59%. То есть, да, снижается, но 59% на одну валюту – это все равно доминирующее положение.
По структуре ВВП в номинальном выражении первое место занимают США 24,5%. То есть четверть мирового ВВП приходится на США, крупнейшая экономика мира. Если по паритету покупательной способности США находится на втором месте после Китая с 15%. Но тем не менее, как говорится, лидер. И третий важный критерий. У США рекордный дефицит торгового баланса. Они находятся на первом месте в мире за 2022 год. 1 180 000 000 000 долларов. О чем это говорит? О том, что вариантов у доллара вот в этой ситуации быть доминирующей валютой нет других вариантов. Потому что если ввезли товаров на 1 000 000 000 больше, чем вывезли, то этот 1 000 000 000 лишний, он может выйти из США только в долларах и выйти по миру. Никаких других валют не существует, чтобы расплатиться. Поэтому эти страны доверяют доллару, доверяют США и берут доллары. Поэтому причина в доминировании доллара, вот я говорю, три критерия. Первый, должна быть крупнейшая экономика, одна из крупнейших у США это есть. Второе, это должен быть дефицит торгового баланса. И максимальный, рекордный в мировом масштабе. И третье, это наличие прямых экономических связей с большинством стран мира. У США тоже это есть. Таким образом, доллар может уменьшаться в расчетах в связи с созданием региональных валют. Вот евро, там может еще какие-то будут созданы валюты. Сейчас даже не буду называть, они все в проектах. Но гегемонии доллара конца не предвидится ввиду этих причин. Поэтому... У России ситуация совершенно другая. У России ситуация по итогам 2022 года наоборот. У нас профицит торгового баланса, профицит на 591 миллиард долларов. Соответственно, профицит 332 миллиарда. Таким образом, Россия вывезла товаров больше на 332 миллиарда. О чем это говорит? О том, что в этой ситуации рубль никак не может быть какой-то глобальной валютой. Мы на эти 332 миллиарда должны получить иностранных валют, дабы получить оплату за свои товары. Мы же не в долг реализуем. И вариантов два. Либо мы берем иностранную валюту, там доллары, евро, любые там юани, смотря что там нам надо. Либо мы идем по африканскому сценарию. То есть мы даем рубли, делаем эмиссию, даем рубли в займ тем покупателям. Они на этот займ покупают наши товары, сформируют этот же префицит и являются нам должными. Но этот африканский сценарий, как мы знаем, чем плох? Страна-должник. В итоге 20 лет, как страна Африки, 20 лет, 30 лет по тем или иным причинам не платят, а потом просто мы ежегодно на десятки миллиардов списываем долги, потому что они не имеют перспективы погашения. Поэтому для того, чтобы говорить о том, что в России можно вытеснить иностранные валюты, нам нужно либо увеличить импорт и стать из профицитного торгового баланса, сделать дефицитный таким методом, либо уменьшить экспорт. Соответственно, сделать его под уровень импорта, либо меньше. То есть, опять же, перейти к модели США, либо Индии. Собственно, вот такой вот момент. Поэтому сейчас экономика говорит о том, что отказ от валют невозможен. Сейчас, когда мы поменяли схему оплаты за энергоносители, мы фактически перенесли риски конвертации, риски владения валют с государственного сектора на частный сектор. Потому что я еще раз подчеркну, в долг давать – это еще хуже сценарий, когда мы делаем свою эмиссию, даем в долг и ждем 20 лет, пока нам страны выплатят. Потому что, как мы знаем, между кредитором и должником всегда имеется конфликт. И если ты очень крупный кредитор, то должник стремится тебя уничтожить, ликвидировать, чтобы зачем такой кредитор нужен. А вот наоборот, если ты должник, то кредиторы вокруг тебя ходят, танцуют с бубном, что называется. Хотят тебе помочь, тебя сохранить, чтобы ты все-таки когда-то выплатил свой долг. Вот, соответственно, поэтому перспективе доллара вот в таком масштабе, в такой концепции, на ближайшие десятилетия ничего не угрожает. Абсолютно ничего не угрожает. А теперь посмотрим на ситуацию с Китаем. Китай имеет, опять же, профицит внешней торговли. У него он рекордный 877 миллиардов долларов. Он увеличивает экспорт, и, соответственно, что в этой ситуации мы говорим? Вот отсюда и мы видим, почему Китай имеет рекордный запас иностранной валюты в долларах, вкладывать в гособлигации США и других стран. Потому что
То же самое, раз он экспортирует больше, он не может юанями получать столько же. Он получает, вынужден брать иностранной валютой, потому что отдавать в долг нецелесообразно. Поэтому это ответ на почему юань не будет в ближайшей перспективе какой-то мировой значимой валютой. Его физически не хватает, его физически нет в таком профицитном торговом балансе Китая. В ситуации Россия-Китай выстраивается схема абсолютно интересная. Если до недавнего времени у нас торговля с Китаем была там, примерно 1:1, то по итогам 2022 года, по данным китайской стороны, китайский экспорт в России вырос до 76 миллиардов долларов, а импорты России до 114 миллиардов долларов. То есть фактически Китай получил за экспорт от России 76 миллиардов, а заплатил России 114 миллиардов, то есть отдал больше на 38 миллиардов долларов. И тут являются два варианта. Первый вариант, то есть опять же мы говорим, о рублях речи не идет, их негде взять. Он либо отдает долларами, которых у него очень много от США и других партнеров, либо он отдает юанями. Доллар вариант два, безналичный или наличный. Безналичный, мы знаем, есть проблема. Наличный, ну, соответствующие масштабы нужно организационно готовить. А вопрос юани, так и получается, что Китаю выгодно отдавать юани, потому что ему ничего не стоит их напечатать. Если, чтобы получить доллар, ему нужно хотя бы продать в Америку товары на эту сумму, их произвести, а юани он просто напечатает. Причем юани – это деньги, которые управляются лично Китаем. И мы знаем, это еще проблема обострилась во время президентства Трампа, что Китай умышленно держит курс юаня заниженным к мировым валютам, дабы сохранять свою конкурентоспособность в мировом разделении труда. Таким образом, он будет удешевлять свой юань, и по мере накопления резервов в юанях в России и удешевления, девальвации юаня, наши накопления будут удешевляться. То есть он фактически будет их списывать. Поэтому с точки зрения экономики юань будет занимать все более и более важное место в России, но с точки зрения выгодности таких операций они будут еще менее выгодны, чем с долларом, потому что юань будет удешевляться. Спасибо большое. Михаил Геннадьевич, хотел, чтобы вы тоже прокомментировали. Тут такое интересное было заявление. Правильно понимаю, что пока еще от этого доллара-то отказываться никто не собирается. Да, будут какие-то между странами свои взаимодействия, но в мировом масштабе доллар как был, так и остается. И остается не на определенный срок. Так на какой, если этот срок? Несколько деталей. Несколько уточнений. Здесь очень много интересных мыслей звучало. Значит, прежде всего, хотел бы напомнить, что Бреттон-Вудская система закончила свое существование в 1971 году. И мы живем сейчас при Ямайской системе, которая создана была в самом начале, ну, официально зафиксирована, в самом начале, если мне память не изменяет, 1976 года. Как раз я второй класс. На самом деле, еще и в первый. Вот, как говорила моя бабушка, как сейчас помню. Так что, коллеги, все-таки давайте быть более точными. То, что некоторые Бреттон-Вудские институты дожили до наших дней, то есть все дожили, это не означает, что они сохранили тот смысл, который в них закладывали в 44-м или даже в 70-м году. Все-таки прошло более полувека. А, значит, дальше. Информационный, тем более постинформационный мир, потому что мы сейчас живем уже в постинформационном мире, уже третий год, совершенно не отменяет физических потребностей. Классический пример. Доля нефти в энергобалансе будет снижаться. Да, это понятно. Но при сохранении сегодняшних тенденций объем ее употребления будет продолжать физически неуклонно расти. Так что давайте не будем немножко забегать вперед. Значит, Китай уже очень давно ничего к доллару инструменты не вкладывает. Уже достаточно давно. Не 50 лет, меньше. Но все равно уже точно больше 6 лет. Значит, насчет того, что доллар неизбежен, потому что существует внешняя торговля, это очень красивое утверждение, но я смелюсь сделать тоже красивое утверждение, что в 2027 году, то есть не к следующему, а к после следующему президентским выборам в США, доллар мировым гегемоном уже не будет. В силу объективных тенденций, как внутри американских, так и мировой экономики.
Когда мы говорим, что у нас замечательный торговый баланс в 2022 году, он правда замечательный, внешний. Только его нужно смотреть по месяцам. Потому что прошлый год был крайне неоднородный. И когда мы смешиваем середину года с его концом, то мы просто упускаем очень значимые тенденции, которые начали развиваться в конце прошлого года, успешно развиваются и сейчас. Внешняя торговля России и Китая один к одному, то есть сбалансированная, не была никогда. Просто в силу объективных тенденций. Такое крайне редко бывает. Курс юаня не занижен искусственно, как говорят наши американские друзья, а как будто и партнеры в интересах поддержания конкурентоспособности своих предприятий и разжигания ненависти к Китаю. Курс юаня, несмотря на то, что его определяет валютная комиссия при постоянном комитете компартии, он в целом рыночный. Да? Можно придираться, но он не занижен просто потому, что существуют страновые рынки. Значит, соотношение экспорта и импорта не предопределяет судьбу той или иной валюты, потому что, скажем, мы можем при экспорте, который превышает импорт, продавать за рубли просто в ситуации, когда мы сначала продаем рубли, не даем их в долг, продаем рубли. Или покупаем на рубли какие-нибудь иностранные активы. Как, кстати говоря, делает Китай с юанем. И потом получаем эти рубли или юани обратно. С рублями это не получается. Это 1988 года, так сказать, остается на уровне идеи, когда Валентин Павлов ее выдвинул. Но в Китае это вполне успешно реализуется в той же самой акции, когда они покупают довольно большие активы, в том числе в юане, потом эти юани получают обратно. Правда, в основном, конечно, за доллары покупают, но тем не менее. Так что кроме торгового баланса есть еще некоторые вещи, в том числе есть движение капиталов, есть капитальные операции. Вот. Значит, насчет того, что доллар будет всегда, потому что будет всегда внешняя торговля, но опять-таки мы видим, как он всегда есть на территории, скажем, Российской Федерации. Я напомню, что крах Credit Suisse был вызван не только тем, что там был ужасный менеджмент, там был на самом деле очень хороший, и не тем, что он подвергся информационной атаке, показатели были очень хорошие, а потому что китайский капитал стал ушел, когда китайцы сказали, что они присоединяются к барам, они будут украсть. Так что, к сожалению, мир разрушается, мир сегментируется, это очень плохо, мне это совершенно не нравится, я привык жить в совершенно другом мире. Но мысль о том, что доллар будет всегда, в общем-то, она противоречит уже тому, что мы видим сейчас. От журналистов, они нам приходили еще с вчерашнего дня и приходят в онлайне. Первый вопрос. Такие страны, как Саудовская Аравия, Египет, Ирак, постепенно увеличивают использование китайского юаня в различных внешнеторговых операциях с Пекином. На ваш взгляд, можно ли говорить о постепенной дедолларизации арабских стран Ближнего Востока? Сергей Вячеславович, давайте начнем с вас. Долларизации или юанизации? Ну, они вот так именно спрашивают, да. Ну, что уходит, видимо, от доллара? Видимо, до этого были отношения доллара, сейчас на юань переходит. Дело в том, что в торговле с Китаем переходить на юани очень выгодно. По той простой причине, что, вот как только что Михаил сказал, баланс меняется в сторону того, кто покупает за юани, которых у него нет. Понимаете? Поэтому, понятно, тенденция торговать в наиболее выгодных единицах. Другое дело, что валюта этих стран, она жестко привязана к доллару. Им, в общем-то, она совершенно свободно конвертируемая, им, в общем-то, по барабану, каким образом это все опять все равно будет рассчитано по доллару. Спасибо большое. Евгений Евгеньевич, добавите что-нибудь по поводу стран? Да, дело в том, что абсолютно безопасно они могут увеличить объем расчетов, который является минимальной величиной импорта или экспорта с Китаем. Потому что эту часть можно проводить в любой национальной валюте, хоть вообще в условных зачетах. А вот вопрос профицита, разницы торгового баланса, здесь, конечно, вопрос только останется в долларах, потому что юаней взять неоткуда и, соответственно, деть некуда. Поэтому вопрос именно
что альтернативой может быть только та валюта, которую ты хотя бы можешь отдать или купить у другого контрагента товары. А тот не поставляет товары за эту валюту. Поэтому эти валюты должны быть привязаны к этой стране, эмитенту, вот все эти страны. И пока такой страной, к сожалению, выступает США. Спасибо большое. Вот один из самых частых вообще вопросов, которые приходили, это какие страны сегодня готовы отказаться от расчета в долларах? Ну, понятно, кроме России, могли бы там перечислить, ну, Белоруссия, там Россия. Какие еще? Ну, дело в том, что когда мы рассуждаем о судьбе доллара, очень сильно вторгаются политические различные мотивы. Поэтому я думаю, что некоторые страны Латинской Америки, и в частности об этом заявила уже Бразилия, а некоторые страны Юго-Восточной Азии, ну, в меньшей степени, тот же Китай уже отказался тоже от доллара, у них нет доллара. Это те страны, которые точно так же отказываются от доллара, как и, допустим, Россия и Беларусь. Михаил Геннадьевич, добавьте по поводу стран. И можем ли мы ожидать увеличения этих самых стран, которые со временем все-таки откажутся от доллара и перейдут на национальную валюту? Если да, то какие это могут быть страны и в какой период? Коллеги, давайте просто уточним. Как доллар в чем? Китай не отказался от своего триллиона резервов, которые накоплены в долларах. Он сокращает эту долю очень медленно, чтобы их не обесценить. Он от них не отказался. А внешней торговле, да, Китай старается торговать в юанях 170 можно, но с Америкой он торгует не в юанях, торгует в долларах. Евросоюзом со своими двумя основными рынками он торгует не в юанях, а старается торговать в долларах, хотя, конечно, есть отдельные сделки. Россия не была готова отказаться от доллара, до сих пор не готова отказаться от доллара. Понимаете, когда вас откуда-то выкидывают, нужно говорить, что вы сами ушли. Это немножко неприлично. Да? Огромная часть правящей Российской Федерации, в том числе якобы занимающейся индустриализацией, молится и ждет, когда же будет как нет. Так что Юго-Восточная Азия еще 8-9 годов столкнулась с тем, ну, правда, не государство, а компании. В резервах юанях это спокойнее, чем в резервах долларов. И тогда доллары, везде юани, в том числе наличные юани, очень хорошо использовались в Юго-Восточной Азии как средство обратно, как просто, ну, как бы накопление резервов. Потому что в долларах они торговали не очень много, вот с Китаем они торговали по полу. Естественно, это касалось не всего бизнеса, который был связан с Китаем, но и часть бизнеса, которую с Китаем дел не имела, она стала иметь юань. А это, безусловно, сейчас выглядит немножко нехорошо, потому что я полностью поддерживаю тезис о том, что юань будет дешеветь. Просто потому, что Китай производящая страна, и как производящая страна вынужден поддерживать при помощи ослабления своей валюты. Вот. Но коммерческие риски здесь существенно меньше. Следующий вопрос как раз по поводу того, что юань будет дешеветь. Вот интересный вопрос пришел. Сегодня юань впервые за год стоит 12 рублей. Доллар 82 рубля. Евро выше 90 рублей. Чем это обусловлено? Надолго ли ослаб рубль? Насколько сильно еще он ослабнет? И когда ждать его укрепления? Может ли ЦБ провести внеплановые заседания по ставке? Здесь много вопросов, поэтому давайте по очереди, Сергей Николаевич. Ну, я за свою жизнь, начиная с 54 копеек за доллар в Советском Союзе, не помню ни разу, чтобы доллар дешевел, не считая краткосрочного периода в прошлом году, когда доллар подскочил до 120 в течение 3-4 дней, а потом опять упал. Понимаете? Поэтому, исходя просто из житейского опыта, я могу сказать, что доллар дешеветь не будет. А если переходить на профессиональную основу, то я могу сказать, к любым колебаниям доллара, если исключить спекулятивную составляющую, которая очень большая на Московской валютной бирже, объективных, скажем так,
Посылок нет. Поэтому весь вопрос стоит по-другому. Как быстро будет снижаться курс рубля по отношению к доллару? Он может быть быстрым, как вот мы наблюдаем последние две недели. Он может быть медленный, как мы наблюдали последние полгода. Но то, что тенденция сохраняется, это мы все видим. Почему? Потому что нужно смотреть, ведь когда случилось то, что случилось, нам объявили санкции, большая часть спекулянтов ушла с валютного рынка, раз. И, в общем-то, потребность в валюте, в силу того, что ее некуда было девать, за нее не торговалось ничего, привело к тому, что рубль очень сильно укрепился. Ну, его никто не покупал. Сейчас, во-первых, действительно встал на ноги параллельный импорт, и появилась большая потребность именно в твердо конвертируемой валюте. Юань – это мы можем купить китайские товары. А многие товары, которые мы везем со всего мира, за юань не купишь. Поэтому появился спрос на доллары в России. Ну и, в общем-то, потихоньку, я смотрю, вернулись спекулянты валютные. Все возвращается. А Центробанк, вместо того, что, как многие эксперты ему предлагали, установить коридор валютный, как это было в конце 90-х и начале 2000-х, он пустил все в свободное плавание. Правда, я, честно говоря, в этом сомневаюсь, потому что все-таки думаю, что какие-то интервенции Центробанк делает. Спасибо большое, Евгений Евгеньевич. Здесь я хочу начать свой ответ с такой присказки. А мы покупаем или продаем? Мы продающая страна. Россия экспортер. По итогам 2022 года наш экспорт в два раза больше импорта. Соответственно, чтобы при том же объеме экспорта наша была конкурентоспособность на внешних рынках, наш рубль должен дешеветь. Соответственно, тогда при нашей неэффективности, несоответствии технологических процессам, самым современным уровням, производительности труда ниже мировых лучших стандартов, наша продукция, сельскохозяйство, промышленное удобрение и прочее будет пользоваться спросом на мировом рынке. Поэтому мы должны понимать, что каждое ослабление рубля – это очередной триллион-два в доходы бюджета. Это потенциал роста пенсий, пособий, стабильность всех выплат, не повышение налогов ни на малый, ни на крупный, ни на какой бизнес. Это в итоге профицит бюджета, внутренняя стабильность и экономическое процветание. Тем более, если раньше мы переживали о том, что мы поедем в Турцию уже там не по 30 рублей доллар будем, а там по 60, и нам путевки выйдут дороже, мы поедем еще куда-то, мы еще куда-то. Сейчас выезды за границу минимизировались. То есть, в принципе, россиянам особо, обычным россиянам особо тратить деньги за рубежом негде. А вот зарплату получать нам здесь, налоги платить здесь, выплаты из бюджета здесь. И вот представьте, ты продал на 1 доллар, но получил выручку 60 рублей, 90 рублей или 120 рублей. Прибыль будет минус 5%, плюс 30% или 180% будет. То есть рентабельность будет совершенно другая. Соответственно, вот они средства на повышение фонда оплаты труда, вот они средства на обновление производства, на закупку новых станков, оборудования и прочее, то есть на расширение воспроизводства, улучшение воспроизводственной базы. Поэтому мы должны вот это вот словесное колесо, ослабление рубля плохо, деревянное, мы должны это забыть. В экономике есть четкий экономический расчет. Он говорит следующее. Если рубль будет, вот сейчас он по 82 к доллару, это хорошо. Если будет по 90, это будет лучше. По 120, это еще лучше. Поэтому тогда у нас, если сейчас у нас проблема, где бы взять деньги в бюджет, потому что дефицит нарисовался. Если у нас рубль будет по 120 рублей за доллар, 130 евро, у нас будет профицитный бюджет. У нас не будет задержек выплаты зарплаты. У нас будет опережающее повышение пенсии и пособий. При этом мы не говорим, что инфляция вырастет. Инфляция может остаться такой же низкой. Поэтому ослабление рубля – это плюс к экономике, плюс к нашей жизни, улучшение нашей жизни здесь. Поэтому, возвращаясь к позиции Центрального банка в прошлом году, который допустил укрепление рубля там, до 50 рублей в моменте,
он совершил такой удар под дых российской экономике, российскому бюджету, что я очень удивился, прямо скажу, переназначению председателя Центрального банка на новый срок. Потому что такой урон, измеряемый в десятках триллионов, который нанесен российской экономике, это еще постараться надо было. И реально, хоть Центробанк заявлял о том, что он не может, он под санкциями и прочее, установи коридор валютный. Директивно, ведь мы устанавливаем на внутреннем рынке, где любая директива исполнима, потому что на внутреннем рынке. Установи коридор, сохрани этот баланс, уровня нужных цен, сохрани эти резервы на счетах коммерческих банков. И не было бы этого провала, у нас бы не было проблем с выплатами, у нас была бы гораздо более сейчас эффективная экономика и гораздо больше рост ВВП. Поэтому я удивляюсь нашим экономическим властям, которые об этом громко не кричали. Всего лишь одно решение одного органа, которое бы удержало рубль на уровне хотя бы 80-90, а еще лучше всего, если бы оно удержало на уровне 120, мы бы были в другой стороне. И поверьте, если завтра условно бы Центральный банк объявил коридор уровня, к примеру, 250 рублей за доллар, вы не поверите, несмотря на все санкции, все инвесторы мира ринулись бы инвестировать в российскую экономику. Они нашли бы способы, как обойти. Потому что когда капитал видит варианты прибыли 300% и больше на инвестированный капитал, он пойдет на любые преступления, и санкции отменятся, и все будет по-другому. Потому что весь мир получит инвестиционную площадку в виде России, в которой он может заработать прибыли, которых не может заработать нигде. А так как США, Европа и остальной мир сейчас находятся в ситуации стагнации, где заработать очень сложно, и какие-то проценты, если заработать, что хорошо, придя в Россию, можно заработать десятки и сотни процентов, это было бы совсем другое. Во-первых, Россия бы могла бы при этом вырвать у Китая пальму мировой фабрики, всемирной фабрики, потому что Китай не может так быстро ослабить, он все-таки зависим от США ввиду наличия больших резервов долларов. А Россия бы перехватила эту инициативу, стала бы в короткие сроки, буквально производство бы переносились из Китая в Россию, у нас была бы высокая очень занятость, рост зарплат, технологии бы сами пришли вслед за деньгами в обход всех санкций. И мы бы получили в кратчайшие сроки, буквально в год, два, три, модернизацию всемирными усилиями всей России, и, соответственно, мы бы все, наша жизнь бы изменилась на уровень, как сейчас живут в Саудовской Аравии, Русских Эмиратах. Спасибо. И это не сказки, это четкий экономический расчет. Михаил Геннадьевич, то есть слабый рубль-то нам выгоден, вот могли бы вы прокомментировать тоже этот вопрос. И, конечно, давать прогнозы – это неблагодарное дело, но хотелось бы все-таки понять, что ждать по курсу, примерно хотя бы на ближайшую перспективу. Значит, давайте по порядку. Только интересно, прозвучало. Я согласен, что при 100 рублей за доллар мы жили в совершенно другой стране. От себя добавлю, что мы очень сильно завидовали бы при этом Украине. Просто потому, что импортозависимость никуда не денется. И люди, которые рассуждают о стабильности при там, полуторакратной девальвации, они просто никогда не слышали о таком явлении, как инфляция. Ну и что? Кстати говоря, задолженности по зарплате у нас не являются значимой проблемой уже 20 лет. У нас есть проблема покупательной способности этой зарплаты. Соответственно, если мы делаем девальвацию рубля, то покупательная способность этой зарплаты падает в полтора раза. Люди подыхают. Не переходят на заводы, которые привлечены иностранными инвестициями, а подыхают по очень простой причине. Потому что производить что бы то ни было в стране, охваченной беспорядком, а при таком падении уровня жизни у нас будет беспорядки, нелегко. Пока мы остаемся в рамках ВТО, гораздо выгоднее производить что-то у наших соседей и при девальвации... Да, завозить не очень выгодно, но тем не менее. Знаете, мысль о том, что чем дешевле рубль, тем лучше, мы эту мысль проходили в 90-е годы. Не получилось, потому что в нищую страну инвестиции не идут. В страну с падающим уровнем жизни инвестиции не идут, потому что никому не нужно организованное преступление вместо государства. Кстати говоря, технологии не передаются. Когда говорят, что вот в Китае там привлекает иностранные технологии, для этого нужна очень сложная и очень серьезная усилия государства, которые нашему государству сегодня в сети недоступны в принципе.
Я человек достаточно молодой, я 54 копейки за доллар не помню. Я помню 63 копейки. Вот. Но даже в 90-е годы были периоды стабильности, даже периоды укрепления. Не очень сильно, такие периоды. Вот. Ключевой вопрос, мы хотим продавать сырье или мы хотим привлекать инвестиции? Если мы хотим продавать сырье, да, прекрасно, в России будет работа там, для 15 миллионов человек, и лишние должны быть. Ну, видим на примере некоторых стран, не только Украина, но и как редко сокращают население, ситуация, когда нет производства. Ну, прекрасно будем продавать сырье, а для сложных производств, здесь, может быть, коммерческие условия тут будут, а социальных, управленческих, политических инициатив не будет тоже. Если мы хотим развиваться, то нам нужен крепкий и жесткая сопротивляющая политика. Без этого развития своей технологии у нас нет. Если мы хотим оставаться экономической колонией, экспортировать сырье и по возможности покупать товары, произведенные из этого сырья, ну тогда, в принципе, все правильно, да. Просто не нужно делать слишком резких колебаний, а то и лягушка может выскочить из кастрюли. Значит, никаких чрезвычайных заседаний Банка России не будет. Там Банк России, как либералы из 90-х, они поощряют финансовую дисциплинацию. И, так сказать, ослабление рубля вполне находится в русле этих колебаний, поощрение этих спекуляций. Действительно, нынешнее ослабление соответствует заявлению, которое делается весь прошлый. Чтобы их не слушать, нужно было не читать ни газет, ни они делали все эти заявления, нам вот такая словесная история. В этом году, да, действительно, для дополнения бюджета рублями, для дополнения бюджета рублями нужно ослаблять. Маленькая проблема. Это очень важное слово. Для наполнения бюджета потому что им зависит нам вместе с экономическим развитием еще достаточно давно, в начале прошлого года, это не замена иностранного европейского импорта на внутренний производство. Это устарело. Импортозависимость и замещение. Это замена европейского импорта на китайский. Вот. Ослабление рубля облегчает этот импорт. Немножко затрудняет, но он удорожает этот импорт. И влияет на внутренние цены. Считаем мы эти цены или не считаем, это не важно. Внутренние цены расти из-за ослабления рубля. Соответственно, в рублях бюджет получается, что деньги получит. Покупательная способность этих денег в 90-е годы не будет достаточно для его нормального функционирования. А то, что мы не признаем официально реальную инфляцию, еще добавит к этому особенность. Так что разговор просто про стабильность и успешное развитие в условиях резкого ослабления рубля, как бы приятно видеть людей, которые не помнят 90. Вячеславович, вопрос пришел к вам. Сегодня есть нехватка доллара в России? Вот вы, по-моему, в своей речи что-то такое. Нет, говорили. На сегодняшний день, конечно, еще нет. Угу. Запасы были колоссальные, просто колоссальные. Вопрос стоит о доступности этих запасов для более широких экономических операций. И здесь есть проблемы, потому что те механизмы, которые сложились в предыдущие десятилетия, они на сегодняшний день в значительной степени изменены, а новые механизмы, ну скажем так, очень избирательно позволяют использовать те валютные резервы, которые есть в стране. С одной стороны, разрешено выведение до 1 миллиона долларов за рубеж под конкретные контракты, а с другой стороны, встает вопрос, а что делать мелким, как говорится, закупщикам, что делать с теми, кто в параллельном импорте закупает за наличную валюту, когда 10 тысяч долларов снятие ограничено, да и то очень серьезно по времени. Поэтому здесь этот механизм требует отладки.
Но я хотел бы отреагировать на то, что сказал господин Делягин. Есть в экономической дискуссии две линии. Профессионально-экономическая линия, и вот то, что сказал господин Змеев, это классическая экономическая формула. И есть политическая линия, которая, ну скажем так, приспосабливает экономические реалии к политическим хотелкам. А вот эта классическая схема, которую рассказал господин Змей, вот классическая схема, она в России все равно не работает по той простой причине, что есть много превходящих факторов, которые, ну, например, мешают притоку инвестиций, раз, технической модернизации, два, и так далее, и так далее, и так далее. Просто насколько, если мы зададимся вопросом, насколько безопасен импортный капитал, который приходит в Россию, то, к сожалению, мы должны ответить, что мы очень мало сделали для того, чтобы создать гарантированное присутствие импортного капитала. В основном это капитал наших же офшорников. Поэтому это политическая задача. Я, кстати, не говорю, плохая она или хорошая. Но просто перевод только в политическую сферу, он, к сожалению, не позволяет нам объективно оценить наши возможности. Спасибо, что дамы. Я приношу извинения, нужно отметить, что я не занимаюсь здесь политическими высказываниями. Я просто дополняю бухгалтерский учет, соображение бухгалтерского учета, соображение текущего финансового баланса, который здесь прозвучает, указанием на структурные изменения. Кстати говоря, классическая экономическая мысль требует учета структурных изменений экономики. Если мы будем отказываться от влияния, учет влияния нашей экономической политики на структуру экономики и будем ограничиваться соображениями текущих финансовых потоков, как здесь было продемонстрировано, то мы, да, конечно, мы упремся в политические проблемы, которые мы сами создадим своими руками, но мы при этом не выйдем за рамки классической экономической теории. Потому что классическая экономическая теория – это, извините, не кастрированная бухгалтерская модель. Да? Это учет именно структурных изменений экономики. Спасибо. Уважаемый эксперт, еще такой вопрос по поводу обычных людей, по поводу обывателей, тех, кто ходит в банк поменять валюту, купить валюту. Вот раньше была проблема, либо ее не было, либо ее не продавали, да даже сейчас не во всех банках она есть. Приходишь поменять валюту, они говорят, вот у меня осталось последние там 500 евро. Будете брать или нет, а тебе там нужны доллары. А долларов у нас, говорят, уже месяца три как нет. И просто называть банки я не буду, но сам лично с этим столкнулся. Вот хотелось бы понять, сейчас есть ли эта проблема? Есть ли проблема нехватки этой валюты, например, для обычных граждан прийти и купить наличку? Я не говорю сейчас про биржу, а про наличку. Михаил Евгеньевич, да? Геннадьевич, какие проблемы есть? Какие проблемы есть? Они не критичны. То есть, если вам нужен евро или нужен доллар, то в крупном городе, в метрополитене вы побегаете и найдете. Но, во-первых, за эту относительную редкость вы доплатите. Посмотрите на спрос, на разницу между купли и продажей. И вам будет очень обидно и очень больно доплачивать эти лишние деньги. А во-вторых, даже в Москве, у меня как раз знакомый собрался отдохнуть в Италии, и ему нужно было купить там типа 1000 евро. Он человек не богатый, вот он скромненько поехал отдохнуть. Вот. За эти 1000 евро он победил. Он победил хорошо. Спасибо. Ну, я мог бы только добавить одно, что эта ситуация вполне реальная. Мне тоже приходят соответствующие обращения. Но она абсолютно искусственно создана. То есть она не системная проблема, а искусственно созданная, ну, в конкретных точках, в конкретных банках. Евгений Евгеньевич, да, вот для чего это искусственно? Ну, тут скорее даже, я сейчас бы сказал, не искусственно создано, а зависит от того, насколько банк наладил каналы параллельного импорта наличной валюты. Потому что я не буду называть тоже название, сталкивался, что банки, которые находятся под жесточайшими санкциями, буквально рекламируют, приди и возьми у меня в кассе наличную валюту, купи, пожалуйста, по самому лучшему курсу. А есть банки, которые не под санкциями и не имеют ее в своих кассах. Поэтому все зависит чисто от
коммерческой изворотливости и налаживания этих каналов конкретного банка. Поэтому не нашли в одном банке, пойдите в другой банк, пойдите в третий, и вы, собственно, наличную валюту найдете. Проблемы в этом отношении глобальные нет, чисто технические частности. Михаил Геннадьевич, да? Я полностью поддерживаю, что это чисто технические частности. Единственное, что в Москве всегда была такая вещь, как обменные пункты. Ну, формально они принадлежали каким-то банкам. На самом деле, некоторые из них были, так сказать, не совсем формальные. В некоторых даже паспорт не спрашивали и так далее, и так далее. Вот количество этих обменов, ну, я по улицам хожу, просто смотрю, где они есть, где их нет. Вот, и это количество довольно существенно сократилось. То есть нет системной проблемы, но наличная валюта в свободном обращении стала заметной. Следующий вопрос, ну, он частично по теме. Объединение экономик России и Беларуси может быть сильным ответом на западные санкции? Вот такой вот вопрос нам пришел в ходе эфира. Да нет, конечно. Дело в том, что это, видимо, в связи с последней встречей, да. Россия и Беларусь – это союзное государство с 2000 года, угу. Поэтому особого как бы РФК в данном случае не предвидится. Другое дело, что, конечно, Беларусь сохранила целый ряд отраслей промышленности, которые у нас находятся не в лучшем состоянии. Это может обеспечить наш внутренний спрос, ну, например, сельхозтехникой. Но, с другой стороны, зависимость Беларуси от России и России от Беларуси, оно не решает узловую проблему. Вот коллега сказал, что у нас превалирует экспорт над импортом. Но дело в том, что проблема заключается в том, что у нас критический импорт. То есть это то, чего у нас в принципе нет, и без чего мы вообще экономику не можем развивать. Может ли нам Беларусь дать этот критический импорт? Нет. У нее та же самая примерно структура. Поэтому вещь объединения хорошая, но навряд ли она будет иметь решающее значение. Я бы сказал, даже опасное. Опасное, потому что давайте внимательно посмотрим. Белоруссия так выстроила валютную политику по отношению к рублю российскому, что ее товары на российском рынке в полтора раза, в два раза дешевле. То есть это фактически получается внутренний офшор. И мы работаем над нашей конкурентоспособностью наших товаров, чтобы экспортировать за рубеж, но тут же подсекаем наших экспортеров более дешевой продукции внутри союзного государства. Таким образом, мы ликвидируем у них рынки сбыта внутри страны. А соответственно, что это означает? Либо они полностью переориентируются на работу на внешние рынки, либо они не смогут свою продукцию делать конкурентоспособной внутри страны. Поэтому здесь, ввиду отсутствия этих барьеров, как добивается Беларусь удешевления себестоимости, я сказал, за счет занижения курса белорусского рубля, за счет дотации со стороны России, за счет политических факторов. И получается, что мы приобретаем в этом отношении конкурента, который конкурентоспособнее нас. Да, ее экономика меньше, но мы, как вы увидели в критических ситуациях, белорусские устрицы могут наводнить всю Россию. Поэтому в этом отношении Белоруссия может подставить российской экономике, если не продуманно интегрироваться, вот не учитывая всех этих взаимосвязей, и подножку российской экономики российскому бюджету, причем, подчеркну, за счет российского бюджета. Да, Михаил Геннадьевич. Ну, если менее 10 миллионов человек могут подставить ножку 140 миллионам, то, наверное, 147 миллионам нужно о чем-то задуматься. Правильно ли они себя ведут и правильно ли они действуют. Но я всех утешу. Объединение российской и белорусской экономики невозможно в принципе, потому что созданы принципиально разные экономические модели. Вот низкая цена белорусских товаров, помимо названных факторов и трудолюбие белорусского традиционного, вызвана тем, что белорусское государство свою промышленность не уничтожает, а поощряет. И создает для нее льготные условия, а не льготные условия для разнообразных финансовых стимуляций. Это принципиальная разница. Когда вы кого-то поддерживаете, то этот кто-то развивает, становится более конкурентоспособным, и себестоимость у него снижает. А когда вы кого-то убиваете, то у него себестоимость растет. Чем это может быть, ну, помимо того, нашей замечательной налоговой политики, которая раздавливает производство, это еще административная политика,
Это еще и политика поощрения рейдерства со стороны банков крупных, включая государственные, и так далее. А от того, что здесь говорится о дешевизне белорусских товаров, так в этом отношении существуют дискриминационные меры против. Даже в рамках ЕАЭС. Вот. Так что изменение не может быть ответом, потому что оно невозможно по содержательным причинам. Кроме того, механическое объединение 147, не точно знаю численность нашего населения, с менее чем 10 миллионами белорусов, оно явно не поможет нам защититься от агрессии со стороны государств, где в Америке более 300 миллионов человек, в Европе более 500 миллионов человек. Ну, для этого нужны какие-то качественные изменения внутри, а не просто объединение. У нас как раз закончилось прямо ровно время. Тема настолько была интересная, что у нас еще очень много приходило вопросов по поводу цифрового рубля. Но я считаю, что это отдельная интересная тема и тема для дискуссии. Предлагаю на следующей неделе также нам собраться, может быть, этим же составом, обсудить цифровой рубль, потому что по нему очень много пришло вопросов. Что это, как это будет работать, готова ли Россия к этому цифровому рублю? И, как говорится, ее более обширно обсудить. А на этом мы закончим наш эфир. Всем спасибо, всего доброго. До свидания. Всего доброго.